Так сейчас же я могу вести видеосъемку себя лично? Фиксировать нет. Наше с вами общение? Нет, нет, нет. Почему? Я говорю, я задержан? Вы говорите, нет. Давайте выйдем на улицу составлять протокол. Как? В смысле, на улицу мы выйдем? Но если я не задержан, еще раз. Ну, вы можете выйти, мы вам паспорт отдадим, вы распишитесь. Я расписываться, может быть, даже не буду. Вам нужно будет пригласить понятых, чтобы зафиксировать этот факт. Но я веду сейчас видеосъемку себя, чтобы зафиксировать наш с вами аудиоразговор. Чтобы потом ему дать правовую оценку. Потому что вижу слабое понимание норм права, как их надо применять. 202. Вот, соответственно, дорогие друзья, административный протокол – это стоп на баллотирование в президенты. Потому что если у тебя существует такая вот история административных задержаний, то по действующему законодательству баллотироваться в президенты ты не особо можешь. Поэтому идея должно быть много кандидатов в президенты под одной программой, чтобы невозможно было системе таким образом выбивать лидеров общественного движения. То есть, когда произнесено, что пройдите, мы сейчас применим к вам силу, ну, тут уже останавливаются все разговоры о том, что на местном уровне перерекаться, нужно дальше проследовать и давать делу законодательный ход. Владимир Владимирович у нас законник, поэтому получим все исходники, ну и пойдем, как хочет система, чтобы ходили по инстанциям людям, ну запустим адвокатов, пусть разбираются. Есть молодые адвокаты, которым нужна практика. Вот на видео должен тогда заявить протест, что считаю, что задержание неправомочно. Угроза применить силу неправомочно. Это такой, получается, местечковый беспредел. Но поскольку вы с оружием, приходится подчиняться. Значит, я заявил, что расписываться не буду, и нужно выполнить необходимую процедуру фиксации оформления протокола без подписи обвиняемого. Это хорошо, что есть такая функция стримов, сразу заливать это в сеть, что даже при ликвидации телефонных носителей все уже становится достоянием общественности. О чем и речь?